got your back. Oh, shit! You look better on the ground. See ya! It's all coming back to me now! Run! Oh, no! Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал ProGames, и мы с вами продолжаем. Так, ну давайте сыграем в командную схватку. Ждем народ. Так, народ собрался. Давайте выберем санитар со стайпом. И карта у нас будет крушение поезда. Так, хоечка. Наконец-то разработчики объявили дату выхода сюжетного дополнения. Утраченное наследство 25 августа. Мы с вами начнем прохождение. Вот еще невидимка там, что ли? Прикольный костюмчик. Так, ну тут игра уже вовсю идет. Ну, не совсем. Ну почти. Так, немножко разыграемся сейчас. Так, собрать там. Сокрушиться. Однажды мне это надоест, но не сегодня. Нагас. Пошел, охот побежал. Нет, нет, тут возвращается. Встречай его там. Хе-хе-хе, палит. Внимание! Блин, перелет. А у них... Да бейте! А чё убежал-то, блин? Вот это лениво. Я думал, у меня мина, у меня граната. Мина-то она рядышком кидается. Поднимать я не буду, блин. Меня, блин, никто не поднял там, блин. Где наши-то все? Что-то я вообще... А, Тайп, ты что с тобой случилось-то? А, у тебя разброс стал бешеный. А, вот танки. Тебя загнали еще. Сам сдох, да? Эх, ну ладно. Да их запинали. Че-то они там разбуянились-то, а? Да, надо к Тайпу привыкнуть немножко. Разыграться с ним. А, блин, прицел это вообще бред. Меня куда-то пистолет перестрелял. Вот позорище, блин. Блин, у меня же тут играли, настройки же все сбили. Блин. Зачем так медленно, блин, в прицеле переворачивать? Сейчас доиграю, блин, настраивать. Охереть, а что же бред-то? Или у меня точно ну что, провайдер-то. Так, на секундочку переключиться не могу, на последнем месте сижу и на там провайдере. Посуться. Ошибись. Че я отсюда думаю выйти уже? Это полный слив, блин. Дожить будет последний месяц. Где урон-то, блин?
Забодай, упаду. Чудовли. Зажал, блин, бедняжку. Затопчу, блин, замурую, блин. Грэм его поднимать не умеет. На провайдер стал очень жестоко подводить. Заминировали туда. Сзади, впереди, сбоку. Они повсюду. Наверху падал, сидишь, да? Ну, крыса. Не, лучше самый каваш там, блядь, тут. Ушак надел, и все, и начал нагибать. А они с той стороны. Че я кинул? Бля, почему он кинул? Мама. Бля, это минка, бля. Кто-то бред, что-то такой же тайп, как у меня. Ну-ка, гляну, не точно, блин. Нормально, тут не показывает. Конечно, если он только. Встань и иди. Папа, просто, блин. Поставил компенсатор на отдачу или на точность. Больше здесь ничего нельзя сделать. Ушака у него нету там. Он точно модификацию поставил, поэтому он так чересчур метко бьет. О, с разбегу то разброс какой бешеный у тайпа, а. Вот она, вот, вот это. Да. Походу точно модификацию поставил. Чувство дежавю. Больше там без вариантов, бля. И модификация-то, походу, либо на разброс, либо затоптали. Фильдорадо там вупилась. Кого-нибудь поднимем. Может быть. А какого чё происходит? Ну нахер я отсюда выхожу, бля. Я ищу, блин, нормальный битин, бля. Так, ладно, берем свою окашечку. Да, провайдер меня вообще подводит не только в играх, но и в работе. Так что все. Последний месяц и вырубаем его. Подключаем новый провайдер, и будет все нормально. Посох. Ага. Подсказочки, еще один посох. Тальные гранаты. Так, и карта у нас река, кстати. Давненько на ней не бегал. Прикольная карта. Будет день, будет сокровище. Да? Будет день, не будет ночь. Что стоим?
Тихо, Валя. Лягушоночек. Хуйка-хуйка. Скоро мы с тобой поиграем. Хуйка и Надин вернутся 25 августа. Ой, там кто-то есть уже. Допрыгнул. Добивай его. Вот этот калаш тащит. Двойной удар. Тихо. Фух ты. Обезьянка-то хуйка. Там кто-то есть, я знаю. Сейчас перезарядимся. Вон себе. Поберегись. Ах, не-не-не-не. Залазь, залазь, залазь быстрее же, блин. Ух, что там, живых остался? А вот это меткость, блин. Этот калаш тут тащит. Да не докинешь со своей минкой, блин. Какалику там выкинул. Я тебя досижусь тут, блин. Я сзади чпокнут. Ну там минка моя. Все, тебе надо сбивать его. С воздуха надо было, я тебя запинаю хотя бы. Готово дело. Так, а тут все нормально, да? Чего-то я сюда прискакал. Пойдем сокровища соберем. Блин, одни тарзаны тут развелись. Это наше добро. Помоги, помогай, помогай, помогай. Нашего убили, да? Ну, ты там не один, да? Шулон! Шулон! Я спрячусь в уголок, чтобы у нас никто не уголок. Палец. Не скидывай, скидывай, скидывай его. Ну, две русалки, блин. Может, там тоже искупаться? А, пускай купается без нас. Вот в сапожках водонепроницаемых. Забираем. Бежим. А чё? А, у нас пором не идем, бля. Так, тарзанки там. О, кто там у нас? Вроде, блин, хер засадил, зашкирился, падал. Блин, не успею поднять. Извини, дураков. Я попробую, попробую. Попробовал и получилось. А виминку. Конечно, невыгодная позиция у нас тут. Пока, пока. Ой, сколько там, блин. Один мой. Громил, работай. Мне нужна помощь. Пойдем нагибать. Боялся, блядь. Против какашки, блядь. Капят. Мина. Граната. Хелп. Камила, блядь, паду, подними. Хелп, ну кто-нибудь, пожалуйста. Дружище. Ты уже поднимешь меня, я тебя подниму. О, сколько дружище-то я. Одни пальчики. Так, зря мы тут скучковали. Сколько я сторон побойду. Красиво-то влетает, а. Вот это найс было. Так, трупики, трупики, одни кругом трупики. Блин, кто здесь? Все. Я все это знаю. Это тебе! Кто там у нас? Так что, нет? Обходим, обходим, давайте. Запинаем его. Рачком. Ожесточение. Разошлись немножко. Добейте ее. Добей, добей. Ой, дружище, ну зачем ты выскочил-то под пули-то, а? Поползли. Поползли к нашему. А, он тоже ползет там. Ну, блин, надо баджину взять. Вот. Все, можно. Хватает.
Когда будет очень-очень припекет нам, мы врубаем щит. Так, а что, сокровища свистнули, да? Ладно, пойду собирать здесь. Ладно, успеть. Что ты делаешь? Я тут подружка, по один. Даже не думаю поднимать. Где там идет? Это, блин, это не щит, блин. Не успел. Поднимать, поднимать. Помощник. Нет, буянец. Опс, опс, сори, сори, сори. Застряли. Отступаем, тактическое отступление. Пацаны, помогайте, я здесь пока добро соберу. Пошел вон, пошла вон, сучка. Не бойся, я с тобой. Кто у нас поднимает тут? Сейчас будем вас нагибать, будем вас уничтожать. Жаль. Нужна твоя помощь. Догоняйте. Ладно. Там еще идут. Вон я иду. Жим-жим кого-то сыграл там, так еще бы, только топу увидишь, где. Там только вжим-жим будет. Ладно, жаль. Где наш Данил? Кто-то там забегал, она застрелилась. А вот красота такая, а? Это засранец там. Точнее, засранка летит. Кто Эльдорадо вызывал? Ух ты, суши. По почте отшлепаем. Вот с дробаша на таком расстоянии шмаляешь. Совсем дурак. Как хорошо тут респаун, да? Рядышком так. Мы тут пока буяним, нас здесь могут сзади обойти же. Пока вроде умных нету. Загробная жизнь. Там сколько бархла мне попадало. А забрать все это дело. Кто это? Ты свой? А, свой. Помогите! Блин, больно. Нет, давай ползем сюда, дружище. Давай, поднимай. Спасибо. Аригато. Замас. Я тебе... Ой, крысы, а! Зашкирились-то там вообще. Конченые. Черт, я ранен! Мое обучение методом кнута. Ищет. Грыми его нету. Врубаем. Ускорение. Бежим. Они там затопчут, бля. Спидхак сработал. Там мордобой начался. Зуки такие. Минкан. Поднимать. Ой-ой-ой, пора нам отступать. Ладно, пацаны, извиняйте. А, все сборят, да? Давайте обойду-ка я. Вот один такой не найдусь, да? Типа. Скупаемся немножко. Смотри, спалишься. Отсюда добрались, да. Соберем, блин. Блин, тут они так вот спрятались, я бы сейчас их всех нагнул бы.
15 минут при смерти. Нормально. Игрок каш тащит. Так, а теперь давайте сходим в магаз и откроем, купим сундучок. Вон, оставляем. Может, повезет нам. Что-нибудь интересно выпадет. Еще новое оружие. Ну да, вот он, тайп. Кстати, можно купить его, поставить модификацию, и будет вообще нормально. Потому что я уже опробовал на себе его. Ну, то есть, как по нам шмаляли. Да я, нам модификация была на точность. Потому что там с одной из двух пуль меня выносило. А так урон тайпа хороший. Точность, а если еще мод поставить вообще. А если еще глушак, то он вообще найс. Ладно, подумаем. Открываем. Сезам, откройся. Ну, что-нибудь интересненькое, давайте. И все. Вы серьезно, что ли? Один костюмчик, блин. А, жесть. Такого мне еще не попадалось. Да, сегодня не мой день явно. Ну ладно, что. Так, набор четвертый, да, это значит. А что там у нас? У нас там Ковбой Хаггис, да. Либерта. Ну не. Злодеи и воины. Тоже не очень обнаженка мы. Байкеры. Так, а третий набор — эмочка. Ну, вообще отстой. Так, все предметы. Тоже неинтересно. Ну, это у нас уже сделано. Да? Не. Апокалипс тут вот прикольный. Это уже. Ну, это нормально. Умора. Пираты Карибского моря, да? Жить. Ну, жить, жить она так себе. Ну, вот это нормально. Злодей. Так, ну вот они, новые наборы все сверху. Звезды. Ну, я видал такие костюмы, но как-то не очень. Особенно палятся на карте, когда бегают. Вот ковбой тоже так себе. Это вот оружие, вот можно подумать. Ладно. Давайте, друзья, здесь остановимся. Продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.